6 беременных женщин скончались от ковида с начала года в Красноярском крае. Врачи разбирают каждый подобный случай и пытаются предотвратить смерти. Здоровье будущих мам сейчас находится на особом контроле специалистов. Добавлю, что беременным можно ставить прививку от коронавируса, начиная с 22-й недели. Риск для ребенка в это время становится минимальным. Нужно констатировать, что на сегодняшний день у нас есть случаи смерти беременных женщин и в послеродовом периоде. Следует отметить, что беременные женщины – это группа особого риска, и к этому нужно также относиться как к медицинским работникам, так и самим беременным. Что я хочу этим сказать? У беременных женщин осложнение коронавирусной инфекции развивается стремительно.